Мемориальный комплекс в Кубинке будет благоустроен. Работы в рамках первого этапа планируют завершить в августе. Обновят всю территорию сквера, проведут озеленение, установят лавочки, сделают велодорожки. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил масштаб предстоящих работ. В рамках федеральной программы мы обновим сквер с памятником, который сильно обветшал, пообещал глава региона на встрече с местными жителями.